всю улицу, как зарут: «Да пошли вы все!» И побежал через дорогу в неположенном месте. Ни одна машина не остановилась. Но проскочил благополучно, без последствий. Нашло что-то. Так-то у меня нервы железные. На той неделе тоже в трамвае еду, в пейджер, сообщение: «Вас в Америке дядя объявился, царствие ему небесное. Оставил вам 10 миллиардов долларов». Спрятал поскорее пейджер. Он опять: «У вас в Японии тетя, земля ей пухом. 20 миллиардов и остров в хорошем состоянии». Обрадовался, конечно, необыкновенно. Думаю, у меня теперь шейхи в прислуге будут. У меня Чубайс будет в коридоре стоять, свет включать, выключать. И вдруг ни с того ни с сего думаю: «А за мусор ты им плати. Без билета едешь, штраф плати». И я как зарут: «Да пошли вы все!» И на полном ходу 140 километров в час выпрыгнул из трамвая. Благополучно выпрыгнул без последствий. Нашло что-то. Но если сейчас с 20 этажа упаду без последствий, схожу, покажусь врачам. Видимо, все-таки что-то с нервами.